Доброго времени суток, с вами я, Наталья Иващенко, и сегодня мы сделаем комплекс упражнения Пилатес. Эти упражнения направлены на растяжку мышц таза, бедер и голени. Исходное положение: руки за спиной, правую стопу укладываем на левое бедро. Медленно подтяните левую стопу к себе, и вы сразу почувствуете растяжку в правом бедре. Поднимаем таз до уровня плечей. Взгляд направлен вверх. Останьтесь в этом положении 8 секунд. Медленно опускаем таз на пол и подводим левую стопу к противоположной ягодице. Старайтесь делать это упражнение без рывков, мягко, в вашем ритме. Вытяните руки, положите грудь на ноги и расслабьтесь. Плечи, шея расслаблены. Дышите медленно в вашем ритме. Расслабляясь, подтяните колено к себе и обхватите его противоположной рукой. В этом положении очень важно проверить, чтобы две ягодицы плотно касались пола, и правая, и левая. Медленно, без рывков, подготавливаем мышцы бедра сзади и голени к растяжке. Останьтесь в максимальном положении несколько секунд, дышите ровно в своем ритме. Расслабьте ногу, сделайте вдох-выдох и поменяйте сторону. Все сначала с другой ноги. Поначалу старайтесь удерживать каждое положение по 8 секунд, с каждой тренировкой прибавляя по 2 секунды. Важно заниматься в гармонии со своим телом. Слушайте его. При каждом статичном положении концентрируйтесь на той части вашего тела, где вы чувствуете максимальную растяжку. Попробуйте расслабить эти мышцы, потому как мышцы растягиваются только в расслабленном состоянии. Если положение вашего тела мешает нормально дышать, значит, вы не расслабились. Если вы растягиваетесь правильно и регулярно, то со временем выполнять движение вам будет все легче и легче. Надеюсь, этот комплекс вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнавать о новых видеоуроках.